Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Илья Штоколов завоевал бронзу чемпионата России по гребле. Самарский бадминтонист выиграл две медали первенства России. Космические аллигаторы завоевали серебро областного хоккейного турнира. В Самаре прошел областной хоккейный турнир «Надежда» среди дворовых команд. На лед выходили 10-летние подростки. В группе А за выход в финал играли «Богатовский Кристалл», «Тольяттинский Сириус», «Кошкинские Барсы» и «Челновершины». Дивизион Б представляли «Отрадненский Спортград», «Новокуйбышевский Вектор», «Самарские Авиаторы» и «Космические Аллигаторы». На финише первое место разыграли лидер областного дворового хоккея «Тольяттинский Сириус» и новичок «Золотой шайбы» «Самарские космические аллигаторы». Рептилии завоевали серебряные медали. На третьем месте – «Кошкинские барсы». В северной столице на первенстве страны по бадминтону 13-летний самарец Илья Ким завоевал две медали. В одиночном разряде бронзу в полуфинале он проиграл москвичу Кириллу Бункову. В парном разряде Ким вместе с Егором Борисовым из Ярославля завоевали серебро. Чемпионы – питерская пара Лев Баринов, Никита Игнатьев. В Краснодаре завершились чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены Самарской области на каноэ-одиночке завоевали 4 медали. На счету Ильи Штоколова 2 бронзы на 2 километрах и 200 метрах. А уже на километре самарец стал чемпионом. Еще одно золото у Михаила Павлова. 200 метров он преодолел за 44 секунды. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.